и бонг-бонг. Стоит чудесное утро. Тая с ветерком несется по городской набережной. А, красота! Ух ты! Всегда, когда я качу по набережной, у меня отличное настроение. А вот и Кэрри несется по мосту. Кэрри занимается перевозкой автомобилей, и сейчас она везет 4 молодые машины. Юный фургончик Бонг-Бонг и еще 3 машинки крепко спят. Чудесные малыши. Похоже, детки уснули. Вы не ушиблись? Нет, все в порядке. О, бедные детки, вы перепугались. Все хорошо. Ну не плачьте. Прошу прощения. Не беда, мы поедем дальше. Все в порядке, малыши? Ну, хватит плакать. О, нет. Кэрри не заметила, что маленький фургончик остался на мосту. О, как здорово! А? Почему машина не едет? Что-то случилось? Привет! У тебя все в порядке? А? А? Он же спит! Эй, проснись! Здесь же нельзя спать! Спать на дороге очень опасно! Поехали вперед! Не помню, чтобы видел тебя здесь раньше. Я Таю. Как тебя зовут? Таю? А я Бонг-Бонг. Бонг-Бонг? Чудесное имя. Ты первый раз в этом районе? Угу. А? У меня выходной. Хочешь, я покажу тебе сегодня город? Правда? Хочу, очень хочу. Чудно? Так будет веселей. За мной! У Таю сегодня выходной? Да. Интересно, чем он занимается? Да уж. А? Что? Лэнни, посмотри. Ну и ну. Какие славные. А? Совсем малыши. А? Гони, подъедем поближе. Угу. Привет! Здравствуйте, дети. Малыши, а? Такие славные. По-моему, они спят. Они уснули. Ну надо же, ага. Как тебе хватает сил вести троих? Это совсем не трудно. Что? Ты сказал троих? Да, троих. А? Двоих наверху и одну внизу. Это ведь 3, верно? Нет, не может быть. Разве это не опасно ездить с откинутой дверцей сзади? А? Что? О, ну конечно! Расскажи нам, что случилось? Ужасное несчастье. Я должна его найти. Ух ты! Это город! Ну как, нравится? Большой, правда? Да. О, переключился. Сбавим скорость. Нет, Бонг-Бонг, стой! Бонг-Бонг, это красный свет. Надо снизить скорость. Прости меня, я не знал. Правда не знал? Ты что, не слышал о правилах дорожного движения? О правилах? А что это? Все понятно. Красный свет, значит, стой. Ясно? Чудно. Я тебя научу. Делай, как я. Хорошо, едем. Таю объяснил Бонг-Бонгу правила дорожного движения, а заодно показал город. Едем, все хорошо, молодец. Эй, Бонг-Бонг, получается?
Я молодец. Бонг-бонг, ты хочешь заехать на нашу станцию? На станцию? Да, у меня там много друзей. Мы можем поиграть с ними. Ух ты, здорово, едем скорее. Тогда вперед! Вперед! Нам будет весело! Я так рад! Приключения Тайо! Бонг-бонг! Бонг-бонг, где же ты? О, нет, здесь его тоже нет. О, куда же он делся? Мы все живем на автобусной станции. Ух ты! Ну, как тебе, нравится? Да, здесь здорово. Скоро остальные автобусы вернутся. А вот и они. Мы вернулись! Привет, ребята! Привет, друзья! Что? Тайо? Привет! 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 А это кто? Я повстречался с ним на мосту и решил привести его к нам в гости. Ну что, Бонг-бонг, поиграем? Ух ты, будет весело! Бонг-бонг, где же ты? Эй, это же Кэрри. Кэрри! О, Сито! Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? Одна из машинок, которые я сегодня перевозила, исчезла. Что? Я повсюду ее искала, но не нашла ни следа. Придется ехать в полицию. Ясно, Кэрри. Кэрри, ты здорова? У тебя усталый вид. Да. Боюсь, я уже давно не заправлялась. Это не дело, Кэрри. Поехали на станцию. Приведем тебя в порядок. Мне надо найти Бонг-Бонга как можно скорей. Да, но вдруг с тобой тоже что-то случится. Первым делом нам надо заправиться. Ладно, ты прав. Раз так, поехали. Хорошо. Я грузовик-монстр! Бу! Мне нравится грузовик-монстр. Бонг-Бонг тоже хочет. Что это? Разве я так делал? У него получается лучше. А, неправда. О, неправда. Вылитый Роги. Ух ты, Бонг-Бонг, отличный пародист. Бонг-Бонг молодец. Я могу изобразить любого. Правда? А вот так ты сможешь? А? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бонг-бонг так тоже может. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ух ты, Бонг-бонг молодец! Ты даже лучше, чем сам Тайо. Ребята. Хана! Вижу, вы весело проводите время. Да! Чудно. Но уже темнеет, Бонг-бонг. Тебе пора возвращаться домой. Домой? Да. Разве тебе не пора домой? Меня везла домой Кэрри. Кэрри? Кэрри? А кто это Кэрри? И где она сейчас? Вон она! Бонг-бонг! Кэрри! Кэрри, это ты! Бонг-бонг! Где я тебя только не искала? Так вот как все было. Теперь все ясно. Извини, я даже не думал. Ты ни в чем не виноват. Это ведь я его потеряла. Я благодарна, что ты за ним присмотрел. Пустяки. Что ж, теперь нам пора ехать. Бонг-бонг, забирайся. Нет. Как, Бонг-бонг? Нам пора домой? Нет, нет, я хочу еще поиграть. Бонг-бонг. Я не поеду.
Похоже, Бонг-Бонг привязался к вам, ребята. Бонг-Бонг, ну перестань. Давай, забирайся. Я не хочу. Тебе ни к чему его вести. Бонг-Бонг, ты уже знаешь так много, что можешь ехать сам. Верно, Бонг-Бонг уже может ездить сам. Ну-ка, покажи, Кэрри, как много ты теперь знаешь. Он знает правила дорожного движения. Если ты покажешь Кэрри, какой ты молодец, то сможешь навещать нас, когда захочешь, так? Да! Чудо! Давай же, смелей! Сейчас! Спасибо, Тайо. Это пустяки! Поехали, Кэрри! Еду, еду! Пока, Кэрри! Пока, Бонг-Бонг! Бонг-Бонг! Безопасной дороги! До скорой встречи! Как хорошо, что Кэрри и Бонг-Бонг нашли друг друга. Маленькие автобусы и Бонг-Бонг прекрасно провели вместе день.